Приветствую всех, дорогие друзья! С вами снова я, Елена, и у нас с вами сегодня обзор просто долгожданной посылки. Хочу обратить ваше внимание, что заказ был сделан 26 сентября, точнее 27 августа, пришел он 26 сентября. И здесь два предмета, один стоил 340 рублей, и второй стоил 214 рублей. И давайте их скорее достанем, потому что я очень их давно жду. И давно хочу ими уже начать пользоваться. Но вот ждала, когда отсниму. Хочу обратить ваше внимание, что во время транспортировки упаковка почтовая была порвана. Не знаю, протерлась или каким-то другим образом это произошло. И почему я об этом говорю? Потому что эта дырочка повлияла на качество товара внутри. И давайте с вами откроем. И это у нас два массажера для лица и тела, которые я безумно давно хотела, мечтала, и наконец-то они у меня есть. Давайте начнем, наверное, с маленького, потому что с ним никаких особых проблем нету. И он просто потрясающий. Было все это в пупырке вот в такой. В принципе, ничего при пересылке особо сильно не пострадало. Они довольно тяжеленькие. Они металлические. Корпус и шарики. Думаю, что шарики не совсем стопроцентно металлические. То есть, возможно, они пластиковые с металлическим напылением. Вот такой потрясающий агрегат. В него не нужно вставлять батарейки, ничего такого. Просто выводите им по лицу и делаете массаж. Маленький вот этот агрегатик, соответственно, предназначен для области вокруг глаз, брови, нос. Какие-то такие более миниатюрные элементы лица. Единственный дефект у данного аппарата произошел во время пересылки. Если видите, вот здесь небольшая вмятина, не знаю, будет ее видно или нет. Совершенно практически, вернее, незаметная. Видно только, наверное, на так вот в профиль, то есть видно такая небольшая вмятинка. Она никак не сказывается на самом аппарате, на том, как им пользоваться, на ощущениях. В принципе, это не такой большой минус. С производителем я связывалась, указала, что предметы, массажеры пришли с дефектами. И, к сожалению, денег мне не вернули, но мне возместили ущерб в размере 100 и 150 баллов. Сколько это в переводе на деньги, я не знаю, но может быть примерно 50 и 100 рублей. Вот, но 50 рублей за вмятину, я считаю, что это неплохо. Вот, этим агрегатом очень довольна. Если интересно, пишите в комментариях. Обязательно мы с вами вместе его опробуем. Я им уже активно пользуюсь. И просто покажу, как я его использую. Если интересно, проведем вместе мое утро, покажу, как я им пользуюсь. Вот, так что этим агрегатиком очень довольна. И давайте посмотрим большой. Он тоже в пупырке. Все было запечатано, запаковано. Здесь уже гораздо крупнее все это выглядит. Соответственно, более крупные такие шарики. Они граненые. Это усиливает массажный эффект, как если бы они были просто гладкими. Удобная, эргономичная, красивая ручка. В общем-то, гладкая, и ничего такого особенного больше в ней нет. Единственный недостаток, я думаю, вы заметили, это вот такие вот такая потертость, которая произошла, собственно, из-за того, что протерлась почтовая упаковка. Возможно, что это Почта России виновата. Да, они бросают посылки, кидают их неаккуратно. В общем-то, стерлось покрытие. Но это не сильно как бы влияет
на качество работы. Да, немножко шероховатость присутствует. Я пока не знаю, как ее убрать. Может быть, каким-нибудь лаком покрыть. Может быть, эпоксидкой. Не знаю. Но в работе, в принципе, это не особенно заметно. Особенно, когда используешь крем или какое-нибудь массажное масло. Вот, в общем-то, это незаметно. Вот и все, как бы, вот такие очень интересные аппараты, которыми я безумно довольна. И несмотря на недостатки, то есть это вот дефекты, полученные при пересылке, продавец мне возместил их в размере, опять же, 100 и 150 баллов. В рублях я перевела примерно, может быть, это чуть больше, может быть, чуть меньше, точно не могу сказать. И, соответственно, я безумно хотела эти массажеры, я давно мечтала. Хотела заказывать на The Body Shop, но у них бывает всего несколько штук в продаже, и, как правило, всегда они распроданы. Поэтому и стоят, конечно, в разы дороже. Эти подешевле, но они тяжелые. Мне понравилось, что они тяжеленькие, они действительно металлические. И они очень классно делают свою работу. Я очень довольна. Ссылочки на оба этих агрегата оставлю в инфобоксе под видео. Проходите, знакомьтесь, приобретайте. Покупала их у одного продавца, но, в принципе, можно найти и у разных продавцов. У него там есть еще 4 или 5 других размеров и форм. Они предназначены для других зон. Я брала исключительно для массажа лица. Вот такой у меня славный обзорчик получился. Очень довольна покупкой, советую. Рекомендую просто продавца, потому что посылки пришли, в принципе, быстро и очень хорошего качества. Вот, несмотря на повреждения, которые все-таки, я подозреваю, произошли из-за Почты России. Вот, так что увидимся в следующих обзорах. Подписывайтесь обязательно, у меня интересно. И до новых встреч. Пока-пока.